Всем привет! Сегодня отличная погода, и наш друг-грузовичок решил погулять в парке. Парк – любимое место отдыха у грузовичка. О нет! Всю полянку забросали мусором. Нужно срочно исправлять ситуацию. Грузовичок, зови скорее своих друзей. Сейчас мы устроим уборку парка. Друзья, всем привет! Спасибо, что приехали помочь. А теперь определим, кто чем будет заниматься. Трактор, ты должен собрать весь мусор, что лежит на земле, в три разные кучки. Полицейская машинка, ты должен будешь собрать весь мусор со скамеек и кустов в те же кучки, что и трактор. Экскаватор, а ты убери весь мусор с деревьев. И когда закончишь, нужно будет весь скопившийся мусор погрузить в контейнеры, что привезет грузовичок. Первое, что нам нужно сделать, это собрать весь мусор, что лежит на земле, в три кучки. А именно пластиковый мусор в одну кучу, бумагу во вторую и пищевые отходы в третью. Что-то не получается. А, понятно! Тебе нужен отвал, чтобы собрать мусор. Так, нужно найти отвал для трактора. Где же мы можем его взять? Что, грузовичок? Мы можем поискать его у тебя в гараже? Отлично! Поехали! Здесь есть три разноцветных контейнера. Маленькое грузозахватное приспособление, канистра с бензином и наш отвал! Бери его, грузовичок! Теперь давайте установим отвал трактору. Отлично! Вот теперь трактор может убирать мусор. Первое, что мы уберем, будет пластиковый мусор. Это бутылки из-под воды. Сложим их в первую кучу. Теперь соберем бумажный мусор. Это бумага и картонные коробки. Их сложим во вторую кучу. И последнее – пищевые отходы. Это откусанное яблоко и кожура от банана. Их в третью кучку. Полицейская машинка. Теперь нам нужно собрать весь мусор со скамеек из кустов, как это сделал трактор. Подожди, полицейская машина. У тебя же нет грузозахватного приспособления. И поэтому ты не сможешь подбирать мусор. Грузовичок, принеси нам, пожалуйста, это приспособление. Так, здесь есть три контейнера, маленькое грузозахватное приспособление и канистра с бензином. Грузовичок, возьми, пожалуйста, маленькое грузозахватное приспособление. Теперь давайте установим его на полицейскую машинку. Теперь можем продолжать убирать мусор. Пластиковый мусор в первую кучку. Бумажный мусор во вторую. И пищевые отходы в третью кучку. У тебя отлично получается! А чтобы убрать эти кучки, нам понадобится три разноцветных мусорных контейнера. Грузовичок, привези, пожалуйста, три контейнера. О, так ты уже привез! Какой же ты молодец! Теперь нужно убрать этот мусор в мусорные контейнеры, что привез грузовичок. Экскаватор, поможешь нам? Отлично! Ой, а что случилось? Ты не можешь двинуться? А, у тебя закончилось топливо! Но ничего, сейчас мы привезем тебе канистру с бензином. По-моему, она была в гараже. Грузовичок, принеси нам, пожалуйста, канистру с бензином. Так, здесь осталась только канистра с бензином. Теперь давайте заправим экскаватор бензином. Отлично! Прежде чем убирать мусор по контейнерам, сначала давайте проверим, правильно ли мы все отсортировали. Так, в
первой кучке все правильно. Во второй... Стоп! Тут яблоко не должно быть. Его нужно к пищевым отходам. Отлично! Мы закончили! А контейнер и грузовичок потом отвезет на перерабатывающий завод. Вот мы и закончили. Смотрите, как тут стало красиво. Теперь всем будет приятно находиться в таком чистом и красивом парке. Спасибо вам, друзья, что помогли нам. Всем пока! Oh, I have a temperature. I can work and patrol today. Let's call Frank. Hi, Frank. Will you take my place today? Okay, Sergeant. No problem. Hi, people. What's your problem? I need a help. I can't get my wheel out of the water hatch. Okay, don't worry. I'll help you. Be quiet. Oh, thank you very much. Nothing. Be careful. Somebody needs help. Oh, okay. Truck? What's your problem? My wheel was blown away. Can you help me? Okay, I understand. Don't worry. Oh, thanks. It looks like a new. My mommy will be angry. Hi, kid. What's your problem? Hi, mister. I was playing with my ball and the ball fell to the river. Okay, kid. Don't worry. Is it all? Yes, sir. Thank you very much. Goodbye. Lucas, tomorrow you must heal and recover. Don't worry, Frank. I took a pills. Thank you for your help today. Dude, let's race in that city. There is no police at all. I love that idea. Let's do that. I'm faster than you. I believe I can fly. Oh, they're gonna run a red light. Breaking the rules is not good. Dude! Foster! Mmm.
Bikes? Not on my watch. Oh, God, police! He's chasing us. Be quick. No worries. We are faster than light. I can handle it by myself. Let's call back up. And they said, Bulls gonna win in Miami. Oh, Lucas is calling. Yep, Lucas. Got it. We'll be there in 5 minutes. Let's go, guys. Lucas need help. Let's go in that way. You're surrounded. Turn off your engines and stay where you are. You are under arrest. Let's go back. They're chasing police. We are in the trouble. Wait! Lucas is here. You are under arrest. Please, stay where you are.